И всем привет! Мы вернулись в игру. Ну что ж. Тут у нас так ничего и не будет. Оно уже, в принципе, нам и не надо. Так-то, по-хорошему. Попробую еще раз поставить сюда динамит. Даже можно ускориться. Вот так. Принесите кто-нибудь сюда шашку динамита. О, а не, показалось, что унесли. Да нет. А, во, ты смотри, принесли. О, отлично. Ба-ба. А где вода? А, вода уже есть. Давай это взорвем. Ба-бах. Так, и сразу строим мостики. Тоже с приоритетом. В принципе, даже вот это можно все сейчас убрать. Пока сначала пускай сделают. Хотя ладно, что там. Домик. Да. Динамит. Да. Вот это. И вот это. Уже динамит даже приносит. Отлично. Да вы красавцы. Бух-бух-бух. Так, хорошо, мы соединились с тем мусором. Вроде бы, да. Не видно, правда. Но вроде бы... Вроде бы... Странно, что там за стенка какая-то, я что-то не понял. Блин, куда меня откинуло? А, вот. Что там такое? Не пойму нифига. Но уровень есть воды. И он даже пошевелился. Значит, все хорошо. Значит, вода соединилась. Все, делаем еще платформы. Опять же, с повышенным приоритетом. Вот, делаем дорогу. И все. Наконец-то я соединил вот эту вот часть. Вот, это хорошо. Вот у нас получается строится 9-9 этаж. Ну как строится? Дерева нет. Ну вы держитесь. Не знаю, кто из них там будет первый строиться. И строить ли их вообще. Не удалось ресурса. Но пока у нас ресурсов нет, так что пока извини. Я вот думаю, может, в принципе, тут все растет. О, березки. Можно посадить березки. Где-то еще есть? О, пенечку на пенечку. Это тоже сейчас пока нормально. Ты, бобер, главное, жуй дерево. А ты, бобер, а ты сади дерево. Все предельно просто. Так, ну древесина появляется. Не, он даже... приносит, куда-то уносит. Где он пропал? Что-то не заметил. Так, ну что-то может быть куда-то хоть где-нибудь. Везде по нулям, да? Значит, они вот эту дорогу строят, они уже ее построили. Теперь у нас, по идее, здесь вода должна быть постоянно. Мне не нужна вот эта дамба, подливать ее. А ну, если я, допустим, подолью. По идее, вода должна была уйти уже. Или что-то вот эти вот какие-то мне не нравятся. Вот эти вот... Цвет у них другой, чем у этих. Что это такое? А-а-а, блин. Это фигня полная. Так, удалим. Ой, бобрик, ты чуть-чуть подвис. Не страшно. Приоритет сразу бабахаем, пускай делают. Тут бревен-то только чуть-чуть надо совсем. В основном доски. Ну и дорога.
И сразу же дорогу делаем. Во. А не знаю, куда бобер делся. Не заметил. Он исчез, что ли? Неважно. Уже неважно. А что это за значок такой? Этот бобер заблудился. Ну да. На скамейке сидит. Ой, я за тебя как-то... Я тебя как-то не заметил. Может, я... А что я теперь сделаю? Я ничего не сделаю. Жди. Жди, дружок. Мог бы сойти вот сюда спокойненько и вот так перепрыгнуть и уйти бы. Или по этой скамейке переползти. Но ты так не умеешь делать. Жди, сейчас построю тебе скамеечку. Надеюсь, ты не сдохнешь. Сон-то ладно, тебе жажда. А, нормально, он вытянет. Наверное. О, бревно несут. Сейчас построят. Отлично. Доски. Доски. А бобер уже свинтил, да? Или он... Да. Он уже попил. Нормально все. Все хорошо. Доски несут. Бревна несут. Все замечательно. Так, пеньки. Пеньки это у нас уже выбрано, что садить. Отлично. Вот, я думаю, может быть, мне вот здесь сделать. Через хотя бы одно. Хоть куда-нибудь. Не, все туда носится. И вот, смотрю, может мне вот эту дорогу убрать. Взорвать ее. Потом углубить. Ну, как там вот. А что это такое? Это еще почему это она не соединена с центральными дорогами? Тих. Ешь твою медь. Тогда ничего не строй. Бобер, ничего не строй. Или уже поздно. Ты что делаешь вообще? Что-то он там делает. Я не пойму чего. А, вот чего. Отменить все это надо. Совсем. Так, наверное, нет. Вот это. Тоже да нет. Блин, а где ж отмена? Строительство. Так, что-то непонятное, ненужное. Да серьезно, а где отменить? Ну ладно, тогда так. Отменим как есть. То, что еще не построилось, наверное, только так отмечается. Или не удаляется. Извините, это вам уже не нужно. И вот это тоже, к сожалению, это вообще уже ничего не нужно. Я оставлю, пускай будет. На паузу нажму, типа. О. Ладно, раз вам не нужна это, я удаляю дорогу. Динамит. Чик-чик. Я хочу здесь построить просто сад с деревом. Деревья, так сказать, посадить. У нас очень проблема с древесиной. Я думаю, смогут это построить. Динамита у нас, в принципе, предостаточно. Можно даже тут небольшое озерцо сварганить. Вот тут. Вот. Глубоко сделаем. Куда бобер куда взял? А, пошел наверх, понял. Сейчас куда-то поставит. Не знаю, правда, куда. Но куда-то бревно потащили. А, вот, ты смотри, вот. О. Ба-ба-бах. Так, потом, значит, ба-ба-бах. Делай еще динамит. Ты смотри, как разошлось сразу.
Так, вот эти, пожалуйста, первыми меня запилите. По возможности, конечно же. У нас динамита здесь 110 штук. Нам этого с головой хватит, чтобы тут вообще полкарты разнести. Аллах Акбар! Во! Неплохо. Давайте, давайте. Все, а теперь можно дальше заниматься своими делами. Так, ставим здесь вот одну штучку. Одинарно, что надо? Ага, нам там даром. Хотя, почему не надо? Тут двойную ставим. Вот, соединяем это дело лесенкой. Так. Да, блин. Уберите, пожалуйста, эту лесенку. Развернуть-то ее нельзя. Вот. А это... Убери совсем. Теперь еще одну одинарную. И дорога. Все. Давайте, давайте, ребятки. Но. Сколько там, чтобы бобер, который деревья садит? Лесничество. Так, 10 бревен, говоришь. Где его поставить? Ладно, пока потом придумаем. Они сегодня за сегодня все равно не успеют построить. Ну так неплохо зеленилось на самом-то деле. Честно говоря. Вот это интересно будет все сам это взорвать за один раз. Так, о. Зерно. У нас тут есть и мельницы, которые не построили до сих пор. В связи с отсутствием бревен. Так, ребятки, соседи, вы можете нам бревна... А, у вас тоже проблема, да? Хьюстон, у вас проблема. У вас нет бревен. Тогда мы отменим здесь бревна, вам тоже нужны бревна. Производство досок я мог бы уже, наверное, отключить. Да ладно, пускай. В принципе, пускай. Будет. О! Девятый этаж-то уже строится. Красавчики. О, динамит как быстренько. Ага. Еды, в принципе, тут голода не наблюдается. Много жареной картофеля. Картошка, одуванчики. В смысле, одуванчики. Хлеба полно. И 100 ягод. Нормально, они ягоды подъедают. Это хорошо. Почему-то вот сюда, зараза, ну никак они не могут дотянуться. При всем желании даже. Так. Пусто. Буль-буль пусто. Так, о! Делаем маленькую скорость, так эпичнее. С этой стороны. Залила. И наполняется. Кстати, не очень-то и наполняется. Давай еще динамит. Глубже сделаем. Ну, даже вот так вот. Бобрики. Вперед. У вас много строителей, так что носим, носим, носим и еще раз носим. Так, где тут еще блистритель? Вот, тут полнёхонько, и тут полнёхонько, их много. Но все нормально. Но почему-то никто ничего не несет. Чем-то они другим заняты, а чем? Они же построили этот мост, да, красавцы. Тогда, по идее, теперь вода здесь должна быть в уровень. А мы сейчас проверим, нальем сюда и увидим, если уровень поднимется. Значит, не соединяется. Не, вода уходит, уходит. Вон, я даже видел, как она ушла. Или нет? Там вот вроде что-то было. Так, через 3 дня, говоришь. Не, выравнивается уровень. Все правильно.
Значит, нам это уже ни к чему, дамба. Так, тут древесины полно, как бы. Но не полно. Можно еще, кстати, им поставить вырубку дерева через одно дерево. Так. Типа вот так. Тут уже назначено. И блин, как-то через одно не очень получается. А вот здесь вроде как получается. Во, пускай грызет. Грызет и носит. Носит и грызет. Так, пенек. Корчуем сразу. Тоже, тоже. Жулики, жуйте бревна. Давайте, давайте. Здесь тоже бревна нужны. Во, копится немножко. Так, а там с динамитом у нас. Построй, как говоришь, слишком далеко. Блин, скиешь. Тут дорога не дотягивается, да? 2 бревна. Ну, ладно, пока просто дорогу сбоку проведем. А теперь что скажешь? А теперь все нормально. Во. Оказывается, просто дороги не хватало. Нормалек. Так, вы производите у нас хлеб пекут. Хлеб пекут, отлично. Из одного мешка муки 5 хлебов получается, насколько я понимаю. Ну, неплохо. Вполне себе неплохо. Что там 9-й этаж? О. Опять автосейф? Ну, конечно. О, ты смотри, еще доделали. Динамит. Носим, 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 ребятки. Надо углубить, пока у нас еще время есть. Кстати, насчет углубить. А здесь у нас 0,5 стоит, да? Да, 0,5. Здесь можно было приподнять на самом-то деле. Давай закрываем на 1. Сейчас вода через верх все равно будет протекать. Нет. Она пошла сюда. Мы сейчас тут затопим все, да, скорее всего. Да, потому что эта часть вроде как выше, чем та. Или мне кажется. Не, ну вода вроде как двигается и туда тоже. Это ёлки. Но пока не переливается. Но. 1,5 дня еще как раз есть время поэкспериментировать. Ага. Понял. Нет, а смотри, перелилось. Перелилось, все хорошо. Возможно, здесь перестанет переливаться, не? Нифига. Черт побери. Блин, тут хоть дамбу перестрой. Не катит такой вариант. Покатит, но не сейчас. Пуф, как охлынет вода. О, затопило. Резкий уровень такой. Так, 0,5, 0,5. Сколько там еще время? Один день, нормально еще. Серьезно, тут вся вода ушла. Ну да. Я что закрыл там наверху. А тут воды нет. Ладно. Дерево, значит, делается. Дома строятся. Практически все уже. Ну, не все, конечно, правда. Далеко не все. О, вот. Начали уже строить еще одно. Так. Чё? А как это? Она обратно уже уходит. Вижу, вижу, вон. Вода уходит, да-да-да. Из-за того, что резкий напор сюда пошел. Я думал, тут уже все.
смысле за постройку смысл слишком далеко от... Да вы заколупецали, бобрики. Ну ладно, взрываем, что есть. Пускай глубже будет. Сразу так пум просел, обратно вода потекла. Мне нужен вот здесь вот переход, наверное. Быстренько, пожалуйста, запилите его. Вам всего лишь только два бревна надо. Остальное у вас должно хватать. По идее, теперь должно все быть хорошо, как только мостик построить. Да, нехило тут можно леса насадить, прям нормально так. Ну, где? Кто? Несите мне бревна. А бревен-то нет. А вот сейчас будет. Вот, взяли, понесли. Вон я уже... А, нет, что не то. Блин, как-то они быстро двигаются, я не заметил, кто бревно взял. И носит, как эти угорелые. А, тут всего лишь одно бревно не хватает. Донесут сегодня, наверное, уже нет. Зря. Ну, картофель, в смысле, морковка есть, подсолнух имеется, ягодки подъедают, все хорошо. Все хорошо, как никогда. Что у нас тут? Где-где-где я пролетел лес. О, пеньки. Пенечки никто... Жалко, они автоматом пенечки не убирают. Возможно, эти пенечки даже никто уже не уберет. А, вот еще про это вот пропустил. Ребятки, одно бревнышко. Одно всего лишь навсего. Началась засуха. Я провтыкал 8 дней. Стоп. Пауза. Закрывай. Полностью воды больше не даем. Здесь закрывай полностью. Воду больше не выпускаем. Ну вот, хорошо. 8 дней это много, блин, очень много. Прям серьезно много. О, отлично. Они сделали все-таки мостик и теперь могут носить. Но уже поздно, правда. О, ты смотри, они уже и дом построили. 4 сюда будет. Уже принесли уже. Понятно, слишком далеко. Надо дорогу вокруг сделать, я понимаю, таки. Наверное. А вот и нет. Блин. Сюда лесенка нужна, чтобы не добрались. Потому что ты молодец. Они так-то сюда никак не достанут. Вот это номер, ладно. Придется ту вообще удалить. К сожалению. Ступеньку и с приоритетиком. А это можно взорвать. Давайте носим. Как только мы здесь посадим. Я уже, короче, ставлю на стройку вот это вот лесничество. Вот это. Я бы даже приоритет бы поставил на самом-то деле. Тут 10 досок, 7... 10 бревен, то есть 7 досок. Как только у нас будет лес, и мы посадим березки, у нас довольно-таки быстро дело пойдет с древесиной. Тем более, что я его даже вот здесь могу дерево засадить полностью. Вот здесь. Тут много где еще можно где... Если немножко продлить вперед озерцо это, то можно еще даже больше сделать. При желании. Мы можем его сделать, кстати, поуже. Вот это вот в два блока. Например. Ребятки. Приоритетик. Кажется, динамит уже несут. Да-да-да. Молодцы. Лестницу долой. Сюда динамитик скиньте.
Хотя я зря, наверное, лестницу отсюда убрал. Блин. Ну да, если я буду дверь делать, то как раз нормально. Я думаю, так же самое три сделать. Ну ладно. Что тут у нас? Три бревна принесли. Долго будет это все дело. Долго. Уже 25 минут прошло. Я думал закончить раньше. Ну, в принципе, я паузу там могу нажать. Почему бы, как говорится, и нет. Так, тут, смотрю, березку надо посадить. Там что такое, а? Так, вот это вот убери. Блин. Угу. Это лишнее. Ладно, нажимаю пока паузу. Пока они там все построят. Во-первых, засуха пройдет. Потом все это дело подорвем. Так, засуха кончилась. Включаем первую скорость. Все-таки решил углубиться. Еще глубже. Ну вот, побольше воды будет здесь. И тут. Как говорится, лишней воды не бывает. Сейчас еще вот это вот донесут. Ускоряемся. Вода уже пошла, так что отлично. Много очень бобров умерло. Много. Они, по-моему, еще даже продолжают умирать от жажды, да. Хотя вода уже вот она. О, тут наконец-то начало набираться. Ноль пять стоит. Ну что-то как-то никак сюда вода не пойдет. А почему? А потому что я там взорвал, что ли? Вода туда хлынула. Тут не так много было, ну ладно. Я вижу, что... А почему мы это... Затапливаемся, алё? Что происходит? У меня что-то где-то стоит на... Дамба закрытая, что ли? На 0,5? В чем проблема? Почему она затапливает? Так не должно быть. Здесь у нас 0,5. Ну, какая разница, это было 0,5. Что происходит? А, ну вот, все нормально пошло. Видать, набралось... Здесь пошли качать, все хорошо, вода пошла, поле пошло, дом уже девятиэтажный, почти достроенный. Жалко, конечно, что сюда уже дорога не доходит, но мы все равно потом перенесем вот это вот сюда. Вот здесь поставим. Блин, правда, тут очень много чего, нет, это слишком, Я могу просто чуть-чуть сюда перенести. Ближе. Ближее. Да там плевать, в принципе, что там даже не будет. Большая часть-то все равно работает. Нам уже много чего так и не надо. Это вообще уже нам не нужно было. А поставить еще один этот вот, оно с этим не соединится. Да ерунда это все. Жалко, конечно. Все, кстати, девятиэтажка уже готова. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять этажей. Можно, конечно, еще выше сделать. Еще один этаж влепить. По сути. О, кстати. Тут нужен динамит. Еще один уровень. Бабахнем. Так сказать, побольше. Да поглубже. Дорогу можно было убрать вот эту вот и положить еще динамит. Еще расширить. Между прочим. Хотя как они сюда ходить будут, надо потом все строить будет. Ладно, не надо так. Ну вот. Делаем маленькую скорость. Пускай заливает пока то, что есть. Еще два динамитика осталось. Несчастный. Вон уже несут его. А вот второй несут. Смонтировал. И убежал, да? Один. Ладно, взорвем этот. Этот сейчас кто-то придет и... Ну, он бежит.
и доделает. Бабах, все. Довольно-таки большое озеро, много деревьев. Из них даже уже какая-то часть уже почти повыросла, кстати. Сюда когда-нибудь построят вот эту штуку. Мне, конечно, надо сначала вот это вниз. Приоритет жахнуть, чтобы сюда два бревна принесли. Бревна-то у нас скоро должны быть появиться. Ну, маловато. О, пенечек есть, надо березку посадить. Березки, березки, березки. Они, правда, по одной штучке дают, но каждые 9 дней. Сосны дают 12 дней и 2 бревна. Конечно, сосна повыгоднее будет. Потому что так намного... Ну ладно, что посеял, то и будет. О, а нет, показалось, что сделали. Фига они не сделали. А, кстати, сделали, только построить надо. О, уже деревья начали расти, отлично. Сейчас у нас дело пойдет. Пекарни, походу, стоят без этого, да? Без дерева. Потому что им тоже нужно дерево. Тут как-то даже... Не-не, что-то поприносили. О, бобер есть? Бобер есть, красавчик. Я им даже уже зону выбрал, что ему надо грызть. Грызть все подряд. И где он? А, вот уже пришел грызть. Молодец. Уже дополнительные бревна имеются. Куда потащил? Схватил бревно и поволок уже куда-то. О, и тут начали расти нормально. Сейчас дело пойдет. Мы можем, в принципе, я еще могу сейчас проектировать еще 10 этаж. В принципе, тут ничего для этого прям сверхъестественно прям не надо. Он уже готовый практически. Весь проект, так сказать. Вот он. Плюс здесь. Плюс здесь. А, подожди. Лестница-то нужна наверх. Стоп, это лишнее. И вот это. Подожди, а как тут сделать-то? А. Блин, вот начали делать то, что мне не надо было делать. Вот здесь лестницу наверх поставить. И вот это вот еще убрать надо. Нет, не получится так убрать. Лестницу наверх так просто не поставишь, да? Блин. Что-то я как-то не подумал об этом. Хоть бери один дом, убирай. Вот это вот. Например. Там все равно никто не живет. Вот. Теперь все срастается. Теперь вот это даже ни к чему. Хорошо, здесь только террасу сделать. Но сюда все равно никто не подойдет, так что нормально. Так. Этаж. Значит, сюда лестницу сразу. А, начнем плясать от лестницы. Во. Это можно было вообще по-другому сделать. Нафига тебе вот так делать? Убери. Вот, просто лестницу вот сюда ставишь. И все. Это же все равно последний этаж. И... дорожка. Все. И все дела. А дальше сверху дома можно оттыкать 10 этаж. Ну вот, собственно говоря. 10 этаж. 10-этажное здание вполне себе. Дизайн, конечно, странноватый может показаться, но факт в том, что оно работает. И так и оно работает.
Довольно-таки много здесь у него зон, могу расширить прямо в деревья. Ого, аж куда. А что до сюда, кстати говоря, чуби нет. Давай, кстати, елочки посадим. Вроде бы елочки как бы даже повыгоднее получается. А, еще можно. Вот так вот. Вот так вот. И вообще вот это все можно. Ну, не все, правда. Где-то вот так вот посадить. Огромнейший лес. Да, нормалек. А, нормалек. Вот это вот он уже туда не дотягивается. Ладно. Это отменим. Так, да, ну ладно. Сейчас мы ее снова назначим. Вот так, да? Ага. И березку вот сюда, в смысле, елочку вот сюда. Ну вот отлично, сади, у тебя работы полно. Работай, не хочу. По-моему, бобер один не справляется. Хотя, в принципе, справляется. Так, ну же, 10-й этаж сделался. Что мы, чтобы нам еще повзрывать тут? Кстати, давайте я сейчас размечу тут. Вот так вот сюда пройдем и разберем вот эту вот плотинку. Это дополнительный источник воды, между прочим. Плюс дно можно было бы углубить местами, чтобы зелень, ну, чтоб было. Чтоб было, да. Так, не-не-не, пенечки вот это выкорчевывайте. Чик-чик. Пеньки. Там дерево растет, отлично. Смотри, как они быстро построили. У них запас дерева был, да? Да, он у них еще до сих пор есть. Они несут, молодцы. Несите. И не просто. Несите. Что там этаж делается? Хоть что-то. Пока ничего. Говорит, не удается получить сюда. Материалы принесли, так что не надо обманывать. Просто бревен нет. А так все будет. Он уже даже елки начал садить. Они днем и ночью растут. Да, ночью тоже растут деревья. Тут, по-моему, все ночью растет тоже. Даже вот это вот. 20%. Уже, правда, посветлело. 21. Возможно, днем быстрее. Ну, по идее, да. По идее, должно быть. Ну, не знаю. Неважно. Они же вот сейчас закончат. И мы поставим вот это снести. Не-не-не-не-не-не-не, наоборот. Не надо сносить. Сначала вот это снести. На приоритетик. А потом вот это снесем. Хотя, по сути, можно одну только сломать. Ну, снесем две. Может даже мост туда поставить. Насколько длинная дорога? Где тут наша это? А, это уже все. Это уже предел. Ясненько. Понятненько. О, они уже сломали одну, отлично. Давай это тоже снесем. Здесь у нас будет дополнительный источник воды. Во, молодцы. Я бы даже вот здесь еще динамит бы наставил, но у нас тут динамита не так много, да, на этой территории. 34 динамита, не так уж и мало, хочу вам сказать. Вот это можно было спокойненько бы снести. Аж даже вот так вот. И еще расширить немножко зону, так сказать, влияния. Ну, я пока паузу нажму, опять автосохранение было, чтобы не затягивать сильно видео, потому что очень-очень долго она загружается. Так, они установили. Взрываем.
На единичку ставим. Все, теперь у них доступ открылся другим. Так, давайте еще вот здесь подорвем. Решил тоже сделать, почему бы и нет. Дополнительный источник воды. Чтобы у нас тут и огород не портился. Вот еще по периметру. Опа, не заметил, пропустил. Вот это тоже еще взорвем, еще глубже будет. Здесь вода вообще никогда не высохнет, по идее. Можно было даже еще вот здесь вот проложить. О, кстати говоря, этот балбес сам себя заблокировал, но я с ним, я уже тут ломать ничего не буду. Вот с баню. Хотя могу, конечно, вот эту вот одну секцию сломать. Беги, дурак. Убежал. Эй, так, и давай еще. Придется теперь соединять. Стоп, они не смогут туда дойти, да? А, ну да. Тогда подожди, отмена. Хьюстон, вот это пускай на приоритет поставит. Пускай сделают. Потому что они никак туда ничего не донесут, а потом вот это соединим. Правда, он сейчас крутит впустую. Ну, что поделаешь? Что не поделаешь? Тут, кстати, одного бревна не хватает. Может, кто принесет? Бревна как бы у нас уже есть. О, тут уже можно что-то даже рвануть. Так, они сделали. Соединяем. Вот. Опять же, приоритетик бабахаем. Там всего лишь одно бревно надо. Все на все. Так, они сюда динамит принесли. Ну-ка, включаем маленькую скорость. Вперед. О. Донесете? Донесут. Возможно, даже уже несут. Нет, еще пока не несут, но донесут. Так, и здесь снова построили. Давайте-ка рванем. О, теперь уже можно. Не знаю, хватит ли им динамит, если что, мы сейчас еще им принесем сюда. Сначала вот эти они взорвем. Потом поставим еще вот эти два, а потом все вот это рванем, и у нас еще кусочек воды здесь появится. Дополнительный, так сказать, бассейн. Так, мне вот интересно, смогу ли я пробить дно мира? Раз это последняя серия. Так, еще глубже есть. Давай еще динамит положим. То есть вообще реально пробить дно или нет? Так, можно запускаться, взрывать. Не-не-не, блин. Я чуть не заметил, что вот сюда. Сюда уже не дотягивается, да? Не дотягивается, блин. Если бы можно было кусочек убрать динамит. Убрать его просто нельзя, его может только уничтожить, либо взорвать. Фиговски. Ну, сюда тоже, да. Ну ладно, в принципе, можно это не делать. Это можно убрать. По сути. Блин, не то делаешь. Ну и бабах. О. Вода хлынула сюда. Все, теперь у нас тут можно даже еще один бассейн построить при желании. В принципе-то, кто нам запрещает? Бобрам еще один бассейн сделать. Что не хватает? Не-не, все правильно, вот так. Чао. Не знаю, почему это. В обратную сторону. Да без разницы. Тут же в один блок. Алло, в чем проблема, я не понимаю. Че не хватает? Глубины не хватает, а тут уже в один блок стоит. Сильно далеко. Я не пойму, в чем проблема. Ну и не важно. Так, значит, еще проверяем, возможно ли взорвать. Так, ну там очень глубоко уже. Пробуем еще раз. Так, пробуем еще раз взорвать.
Опа. Слишком низко, нельзя взорвать. Я понял, это дно мира. То есть мир пробить нельзя, дно, да? Ну, понятное дело, где он там? Ну, в общем, нельзя дальше. А сколько там уровней, фиг его знает. Надо посмотреть как-то. Блин, там не взорвешь, да? Ну тогда убери одну. Троечка. Еще сколько там, блин, не вижу. Еще две сверху. Пятерочка получается. Пять блоков вниз. Ну это здесь именно было. Ну ладно. Так, я вот еще решил здесь немножко увеличить запас тоже воды. Вот немножко русло подровнял, так сказать. Сейчас они построят. Этот кричит, работы нету. Будьте работа. Ну вот, они все построили. Теперь они могут выгрызать спокойно вот эти пеньки дальние, которые, чтобы там росли деревья. Это же замечательно. А тут они будут сами пополняться. То есть, я достиг уже даже лимита стройки. Они уже сюда не могут даже, этот, типа, сильно далеко. Придется мне переносить опять это все. Ну, блин, куда перенести-то? Ой, не знаю, даже сейчас тут половина всего перестанет функционировать. Могу, конечно, ближе чуть-чуть перенести. На два корпуса вперед. Так, ну что ж. В принципе, ты тут уже не практически все засеяли. Дом уже построенный. Даже он уже бревна, думаю, хотел дождаться. Думаю, ладно. И так они уже практически все засеяли. Ну что ж, вот такой вот домик. Правда, конечно, к сожалению, дорога туда не достает, но это уже другое дело. Так что вот так вот. Я тут еще им что-то там сделал. Вот дополнительные бочки поставил, пускай набираются у этих. Что-то тут еще оптимизировал. Вот тут кусочек дорожки был убрал, здесь вот добавил еще кусочек. Вот тут даже деревья посадил. В общем, нормально. Хватит им, чтобы жить. Ну что ж, а на этом будем заканчивать. Вот. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.